И всем привет, дорогие друзья, с вами Стомакейн, мы продолжаем наш проект мод против мода. Да, ребят, это уже 27-я часть, ну и по традиции вспомним, что же мы делали в прошлой части. Ну а в прошлой части мы одели на себе костюм водолаза и попытались убить тех самых демонов из мода WildCraft. И в итоге у нас какой-то хлам вообще получился, и выпуск был довольно-таки странный, боже мой. Я подумал, что вот если так смотреть, что на улице ночь, это... Я испугался. Ладно, неважно. В принципе, да, ребят, что же мы будем делать сегодня? Сегодня мы опять возьмем мод WildCraft, потому что на него вышел апдейт и появилось очень много различных новых боссов, и они действительно очень опасные и очень крутые, и поэтому мы сегодня их попытаемся убить, но какими же силами? Мы сегодня будем Росомаха, друзья. Да, ну не только Росомаха, возможно, мы будем и другими супергероями, ну, потому что их здесь тоже много, и также обновили мод, и здесь их просто очень много, то есть вообще очень все офигенно. И да, друзья, будет очень круто, так что садитесь поудобнее и наслаждайтесь. Что ж, да, друзья, я, ну если вы хотите узнать про вот этот вот мод на супергероев, вы можете найти обзор на этот мод у меня на канале, это было совсем недавно, где-то, наверное... неделю назад, не знаю, возможно, я ошибаюсь. Но, в принципе, да, друзья, и каких же я боссов взял? Вы можете видеть, я взял самых последних боссов, которые добавили в этот мод, точнее, WildCraft. И это у нас Скуах, это у нас Сайрисус, не знаю, правильно ли я читаю, ну ладно, Everlasting, Untouchable и Elusive. Это просто ужасные боссы, ну, наверное, самый слабый, я даже не знаю, наверное, вот сам Скуах, он самый слабый. Ну, мы сейчас с него и начнем, и посмотрим, что же у нас получится, и как вообще мы будем это вытворять. Я даже не знаю, что произойдет, потому что они очень сложные, но мы в костюме Росомахи, у нас есть регенерация 4, Jumboost 2, Strength и Speed. Очень круто, надеюсь, мы сможем, надеюсь. Так что давайте... В комментариях хэштег Кейн сможет. И погнали, друзья. Что ж, давайте мы сразу же поставим нормал. И теперь возьмем Скуаха. Посмотрим, что же получится. Но прежде давайте напишу. Game, нет. Боже мой, микрофон. Game rule. Keep inventory. Так, с помощью этого у нас вещи не выпадут. И у нас все будет очень хорошо. Так, погнали. 3, 2, 1. Но я... Давайте... Нет, все-таки оставлю его. Сначала мы его можем просто посмотреть на него. То есть вы можете видеть, это такой большой орк, я так понимаю, или огр, с какими-то очень гигантскими... Я даже не знаю, это не мечи, это что-то ужасное, действительно. Ладно, что ж, теперь давайте мы отойдем немного и выйдем из креатива. Так. Фух, 3, 2, 1. Поехали. Так, главное, чтобы у меня были... у меня есть когти или нет? Вот, да, у меня есть когти, все, погнали. Ага, что ты будешь делать? за что ты так со мной? Да, друзья, он убил нас одного удара, поэтому, мне кажется, нам нужно принять какие-то меры. Так, давайте мы быстренько подумаем, что же мы сможем сделать. Нам нужно не давать ему к нам подойти. И мы ему довольно-таки много урона наносим своими... Боже. Это невозможно. Нет, я все-таки хочу, попытаться. Не может быть, я уже проиграл. То есть этот челлендж. Так. Боже мой, у него радиус атаки намного больше, чем у меня, поэтому он меня ударяет первым, и я умираю. Что же мы сможем сделать? Давайте я быстренько войду в креатив, посмотрим, что бы нам добавить такого бы интересного. Давайте возьмем просто золотое яблоко, попробуем. Нет, golden apple. Возьмем, сразу 64 штуки. Выйдем из креатива. Съедим одно. Так, и давайте попробуем. Я не знаю, у нас все равно ничего не получится. Боже мой, почему он такой сильный? Я не понимаю, но это не серьезно, друзья. Это не серьезно. Так, окей, сила Росомахи нам не помогла. Нет, давайте еще, я просто думаю, что же можно предпринять. Брать какое-либо оружие, которое будет, типа, лук или так далее, ну, то есть дальнее. Это довольно-таки странно, потому что, ну, Росомах, он же своими когтями бьет, это неинтересно будет. Давайте, знаете, что делать? Нет, он убежал, ладно, давай, так, разгонимся. Нет, не долетел. Что? Он же меня даже не ударил. О, боже мой. Так, ладно, друзья, все, мы встаем здесь. Или все-таки давайте по... Ну ладно, нет, подождите, это на потом. Что же мы будем делать? Мы снимаем этот костюм, мы теперь обычный Кейн, и теперь мы опять же входим в креатив, возьмем другой костюм, и давайте подумаем, кто смог бы избить этого Скуаха. Давайте попробуем Халка, я не знаю, но мы все-таки это попробуем. Так.
Боже, как же стильно выгляжу, вы просто посмотрите на это. О да, в очках. Так, теперь мы спрыгнем. Теперь мы выйдем из крепления. Я уже даже забыл, как там, какое у него управление. Так, так. Окей, потом вот так. И потом вот. Нет, ну там разве не круто прыгал? Мне кажется, это пофиксили. Да, теперь нельзя очень высоко прыгать. То есть нельзя очень далеко прыгать, если ты разбегаешься и прыгаешь. Ладно, зато. Ладно, давайте, быстренько вас. Съедим одно яблоко. Так. Давайте жизни, регенитесь. Давайте немного подождем, потому что жизнь это важно. Жизнь это важно, потому что если у нас нет жизни, это означает смерть. Я вижу тебя. А, что ты будешь делать? Давайте мы выберем вид от третьего лица. Мне кажется, так будет круче. Не думаете? Ну, давай. Подойди ко мне, давай, попробуй. А давайте уже прямо так. Давайте сначала мы сделаем день, потому что уже темнеет. Time. Set. Day. И давайте вот... Нет, еще одно... Вот, все, окей, погнали. Получай. И что? А, черт возьми. Так. Нет. Ой, получай. Я не понимаю, где он. Боже мой, ему... Получи. Мы его запускаем очень высоко вверх, я так понимаю. Так, где он? Так. А, привет. Слушайте, а Халком это получается? Халка... На, черт возьми. Как же я обожаю Халка. Получи. Ага. Да, друзья, слушайте, Халк это сила. Халк это... Просто посмотрите на это. Вот как бы тебе нам теперь его скинуть оттуда. Давайте мы... Хоп. Я не допрыгну. Ой, черт возьми, что я делал. Не допрыгну. Давайте мы сделаем вот так вот такой небольшой буст. И погнали. Пошел к черту отсюда. А, все, то есть, все, ну нет, так неинтересно, поэтому сделаем вот так. Лети. Боже, мне какую-то звезду дали. Черт возьми, у меня мало жизни. Хм, он меня убил, но... Что? Почему у меня... Ладно. Знаете, что, сейчас мы сыграем нормально, потому что, потому что я как-то немного протупил. Во-первых, у меня не были полные шины. Давайте мы его прикончим, потому что он уже... У него мало уже жизни. Так. Все, отлично, смерть. А теперь мы быстренько... Я сейчас, наверное, выключу запись. Я себе все жизни восстановлю. Да, боже мой. О, надолго это? Все, отлично. Я, наверное, теперь выключу запись. И мы быстренько выхилимся. И я вернусь через секунду. Итак, друзья, все, у нас есть полные жизни. И сейчас мы действительно попробуем его уничтожить. Этого чертового Скуаха. Просто за его название, потому что, Скуаха это очень странно звучит. Ну и что ж, друзья, погнали. Спавним его прямо в центре. И 3, 2, 1, поехали. Чертов ты Скуах. Ну, я все-таки смогу. Мне кажется, я смогу. Так. У нас радиус удара довольно-таки большой, поэтому. Вот главное, чтобы он так не стрелял. Лети вверх. Как же мне нравится его запускать. Он еще и получает дополнительный урон. Таким образом. Ну, давай, проходи замедление. Давай. Все, спасибо. Так, теперь мы разбежимся и. Хоп! Так мы можно его, конечно, троллить бесконечно, но это довольно-таки было бы долго. Так, он какой-то немного туповатый, он куда-то все время не в ту сторону бежит. О, черт. А если так, а? Что, нравится? Ну, так все равно довольно-таки мало урона. Так, друзья, так, мы сможем. Получай. Как же мне нравится это делать, это просто офигенно, ребят. Этот мод вообще самый крутой мод на супергероев, обязательно его скачивайте. Получи. Нет, он не улетел. На тебе. Боже мой, это круто. 55 урона, слушайте, это... Нет. Ага, пытался стрельнуть меня своей шляпой, но не получилось. Так, друзья, мало жизней, но надо биться, друзья. Это битва до смерти. Нет, только не это. Лети отсюда. Не трогай меня. А, боже, так. Плохо, все, у нас дело плохо. Так, мне нужна еда. Потому что без еды плохо дело. Еще. Ну, я уже скажу, что плохо дело, но без еды еще хуже. Так, быстренько возьмем курицу. Это, ребята, я не читерю, ну потому что еда действительно нужна. То есть я, по идее, должен был ее с самого начала взять, но не взял. Окей. Давай. Ну, это было бы очень долго ждать, пока у меня все жизни отрегенится, но надо что-то предпринять. Где он? Нет, друзья, не говорите, что. Ну не, ну. Ну, серьезно.
Серьезно? Ну нет. Он пропал, друзья. Да. Мы слишком долго держали его вне поля зрения, и он пропал. Грусть, печаль, грусть, печаль. Ладно, что ж, давайте мы, наверное, перейдем к следующему боссу. Все-таки этого мы в итоге не успели убить. Хотя, мне кажется, я все-таки бы смог. Ну ладно, что ж, давайте мы теперь посмотрим следующего босса, который у нас... Какой же есть? Давайте его по порядку пойдем. Это у нас Сайрисус. Давайте посмотрим, что это за босс. Но прежде нам нужно восстановить все жизни. И поэтому я, наверное, сейчас опять же выключу запись. Быстренько мы восстановим нам все жизни. И я вернусь через одну секунду. Итак, друзья, я полностью готов к следующей битве. И мы сразу же выходим на арену и начинаем спаунить этого Сайриса. Честно, не помню, кто это из тех боссов, которых я знаю. Возможно, это тот самый малыш. Нет, это у нас бородач. Но он походу, даже... он. Не, он не босс, друзья. Это просто трейдер. Окей, давай, иди отсюда. Давайте мы сразу следующий возьмем. Это у нас Everlasting, то есть это у нас... не знаю даже, как это перевести, ну ладно, неважно. О, да... О, боже мой, вы посмотрите на эту хрень. Я даже не знаю, как это назвать. Что, друзья, погнали в битву. Получай. Не подлетает, а? Не подлетает. Получай. Ага, как-то он не подлетать не будет. Так, ну слушайте, у него жизни много. И урон он тоже много наносит. Получай. Ух ты, гад. Ну-ка. Друзья, мне кажется, это просто печально, потому что он нас сейчас уничтожит. Так. Так. Получай. Блин, не подлетел. Нужно прямо в него впрыгивать, чтобы он подлетал, но... О боже. Нет, мне кажется, все-таки нам нужно, знаете что? Нам все-таки нужно понадобиться... Golden Apple, да, потому что никак мы не... Ну-ка, иди сюда, потому что без них мы никак не сможем выжить. Так, все, погнали. Как же долго жизни восстанавливаются? Почему у них у всех радиус урона? Я даже не знаю, нет, друзья, мы не сможем это, мы... это невозможно. Это слишком сложный босс для нас. Получай, получай. Даже не знаю, где там, вот. На тебе. Я обожаю это делать. Нет, все-таки он меня даже в воздухе убил. Ладно, 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 чертов. Даже забыл, как over everlasting. Давайте мы быстренько зайдем вот сюда. Здесь у меня такая заначка есть. И быстренько вылечимся. И теперь сразу перейдем к следующему боссу, потому что это невозможно. Untouchable, это, мне кажется, та самая маленькая непонятная хрень. Нет, это все-таки не маленькая непонятная хрень, это что-то ужасное. Я даже не знаю, как это назвать. О боже мой, почему у них у всех такой сумасшедший урон? Нужен. Я наношу 3 урона рукой. 3 урона, 3 урона рукой. Это невозможно. Я не знаю, что делать, друзья. Давайте попробуем того запинать, что ли, потому что уже у меня нет выхода. Я уже проиграл этот выпуск. Но я могу сделать вот это. Ах, черт, тебя побери. Получай. Улетай нафиг отсюда. Так, нужен буст. Так. Нет, не получилось. Давай, иди сюда. Что там крутишься? Эй, ты. Черт. Это не может быть. Давайте туда залезем вот таким вот образом. И... Так, запрыгнем вот сюда. Теперь прыгай на него. И... Это просто нереально, друзья. Мне кажется, для этого мода на супергероев мне нужно найти мод, где боссы немного полегче. Ну, потому что эти боссы слишком сложные. И я бы их просто... Я просто не могу убить. Я не могу. Так что, ребята, обязательно пишите в комментариях, какого босса вы хотите увидеть в следующем выпуске. Потому что, мне кажется, очень вероятен шанс, что я продолжу играть с этим модом на супергероев. Потому что этот мод очень офигенный. И действительно, есть супергерой суперспособности. То есть, как Халк. То есть, мы можем сделать вот... Что-то такое. И, в принципе, да, друзья, обязательно пишите, какого босса вы хотите, чтобы я убил. Потому что, действительно, модов на версии 1.7.10, где есть босс, довольно-таки мало. Потому что все боссы офигенные, все такие прям крутые боссы, они все на версии 1.6.4. И это не очень круто, потому что, ну 6.4 это уже старенькая версия. И сам этот мод на супергероев, он на версии 1.7.10, поэтому... Получай. На, боже мой, это просто изнасилование какое-то. Не, я продолжу, давай. Хоп. Так, еще один. Давай. Получи. Как же я это обожаю.
Так что да, друзья, обязательно пишите в комментариях, какого босса вы хотите, чтобы я убил в следующем выпуске. Спасибо. И да, друзья, если вам понравился этот выпуск, хоть он был довольно-таки странный, в итоге мы никого не смогли убить, ну потому что это просто сумасшествие, но все равно, если вам понравился, вы наберете на этом выпуске 2000 лайков, я знаю, это не так уж и много, но все равно было бы очень круто. То есть да, друзья, надеюсь, вы наберете 2000 лайков и поставите комментарий, поставите лайк, и да, друзья, до новых встреч.